우리가 살다 보면은 시험들 일들이 자꾸 생깁니다. И пока мы проживаем эту жизнь, очень много случаев, чему мы искушаемся. 뭐 사람 때문에도 그렇고요. 또 여러 가지 일 때문에도 그렇습니다. Бывает, что из-за человека, ну или из-за каких-то дел. 또 우리가 생각지 않는 사건을 겪기 때문에 일어나는 시험도 있습니다. Но есть такие также искушения, то, что случаются вещи, о которых мы не задумываемся. 그것은 모든 사람이 겪는 일입니다. И все люди проходят через это. 그래서 우리가 나만 겪는다 이렇게 생각하는 것은 큰 착각이에요. И большое заблуждение, если мы будем думать, что только я прохожу через такие трудности. 그런데 어떤 사람은 이 시험들 일이 도리어 축복이 되고 응답이 되는 경우도 있습니다. Но бывает, что для кого-то это становится благословением и ответом. 또 어떤 사람은 이것이 자신의 삶에 큰 재앙이 되기도 합니다. 근데 бывает, что для кого-то это становится бедствием. 우리는 성경을 통해서 문제가 축복이 되는 비밀을 발견해야 되겠습니다. И через Библию нам необходимо выявить то благословение, чтобы это для нас стало благословением, тайной. 그렇게 할수 있는 일이 바로 하나님의 능력을 체험하는 겁니다. И это называется, что испытать Божью силу на себе. 하나님의 능력을 가지고 있으면 어떤 문제도 축복으로 바꿀 수 있습니다. 이 если человек будет иметь на себе Божью силу, то какая бы проблема ни была, он может его поменять на благословение. 창세기 50장 20절에 보니까 요셉이 이런 얘기를 해요. Именно Бытие 50, 20 говорится так. 그의 형제들이 요셉을 죽이려고 했던 사건이 있었지 않습니까? Было такое событие, что братья Иосифа хотели убить его. 근데 그것을 그 형제들도 알고 있었기 때문에 나중에 요셉을 만났을 때 이것이 이들에겐 큰 불안이었어요. И поэтому братья Иосифа боялись, когда они встретились с Иосифом. 근데 요셉은 이렇게 얘기합니다. Но Иосиф сказал так. 당신들은 나를 해하려고 했지만 하나님은 이것을 선으로 바꿨습니다. Иосиф сказал, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. 그야말로 일반적으로는 생각할 수 없는 일이죠. Другими словами, мы не можем даже подумать об этом. 그냥 해를 끼친 게 아니었어요. 죽이려고 했었으니까요. потому что они не просто, они хотели убить Иосифа. 그냥 죽이려고 하는 정도가 아니었어요. 나중에는 노예로 다른 나라에 팔아버렸어요. И не только они хотели убить его, но попозже они его продали в рабство. 그야말로 한 사람의 인생을 완전히 파괴시켜버렸다고 할수 있습니다. Другими словами, мы можем рассмотреть то, что они разрушили чью-то жизнь. 이런 문제가 올때 사람들은 대부분 그냥 거의 대부분은 무너집니다. Когда приходят такие проблемы, в основном люди, они сами разрушаются. 그런데 요셉은 이것을 축복으로 바꿔버렸어요. Но Иосиф изменил это на благословение. 어떻게 이게 가능했느냐? Как это было возможно? 하나님의 능력을 사실적으로 체험했기 때문에 그렇습니다. Потому что он тот, который по правде испытал на себе Божью силу. 오늘 우리가 이 비밀을 반드시 붙잡아야 할줄 압니다. Я верю то, что сегодня мы хватимся за эту тайну. 우리가 신앙생활을 왜 합니까? Почему мы ведем верующую жизнь? 뭐 불신자들이 타듯이 똑같이 살다 갈거 가면 굳이 신앙생활할 이유는 없죠. Если мы будем жить как неверующие люди, нам не стоит ходить в церковь. 분명히 다른 비밀을 알아야 되겠습니다. Нам необходимо знать другую тайну. 초대교회 성도들도 마찬가지예요. Верующие ранней церкви тоже были так. 스데반의 일로 인해서 초대교회 성도들에게는 엄청난 박해가 시작됐어요. И через события Стефана начали появились гонители. 그래서 그들은 예루살렘에 있을 수가 없었습니다. 이 они не могли останавливаться в Иерусалиме. 그래서 그들은 일단 그 칼날을 피해서 그들은 흩어졌어요. И они рассеялись. 사도행전 11장 19절에 보니까 스데반의 일로 인한 그 핍박으로 흩어진 자들이 안디옥에 모였다 이렇게 나왔어요. Именно в Деянии 11:19 говорится, после события Стефана все они рассеялись и собрались в Антиохию. 웬만한 사람들은요, 이 상처를 붙잡고 트라우마에 이게 살을 겁니다. В основном люди живут, ухватившись за свои раны. 사람들은 늘그 원망과 불평 속에서 무너질 겁니다. И этот человек, когда разрушается, когда он, если он будет роптать,근데 недовольствовать초대교회 куда-то. 성도들은 그렇지 않았어요. Но верующие ранней церкви, они не думали так. 그들은 그곳에서 새로운 언약을 확인합니다. Именно на этом месте они
смогли увидеть новую землю. 왜 우리에게 하나님이 이 핍박을 허락했을까? Почему же Бог допустил эти гонения нам? 우리에게 왜 이곳에 모이게 했을까? Почему же Бог допустил, чтобы мы собрались на этом месте? 그들은 그곳에서 새로운 언약을 잡고 도전합니다. Потому что на этом месте они хватили за новый завет и бросили вызов. 그래서 안디옥에 교회를 세우고 이방 선교의 문을 열어가지요. И поэтому они поставили церковь в Антиохии и открыли двери миссионерства. 이 안디옥 교회가요. 전 세계 복음화의 가장 중요한 출발점이 됩니다. 우리가 이렇게 어떤 박해나 핍박을 우리가 정말 언약으로 잘 붙잡아야 되겠습니까? 예시 у нас бы какие-то гонения, нам необходимо хватиться за завет. 그 대표적인 사람이 우리는 다윗이라는 왕이죠. 이 представитель лицо это царь Давид. 다윗도 사울 왕에게 얼마나 많은 고난을 당했습니까? И сколько же Давид получал гонения от царя Саула? 그러나 이것을 정확하게 하나님의 능력을 붙잡았기 때문에 그것이 도리어 축복이 되어 버렸어요. Но так как Давид ухватился за Божью силу, всё это превратилось в благословение. 다니엘이나 또 에스더나 다 동일합니다. И что Даниил, что Эсфир одинаково. 엘리야도 그래요. 엘리야 тоже так. 성경에 나오는 인물 중에 핍박을 안 받은 사람이 없어요. И нет в Библии людей, которые не получали гонения. 자, 우리가 자칫 잘못하면 핍박이 없기를 바라는데 그렇지 않습니다. Другими словами, мы хотим, чтобы не было гонений, это не так. 환란이 없기를 바라지 마세요. И не желайте, чтобы у вас не было хаоса. 그 자체가 속는 겁니다. И это означает, что вы обманываете. 환란이 없기를 바라면 그 자체가요. 환란이 오면 무너져 버려요. Если вы будете желать, чтобы не было хаоса, хаос придет, то вы разрушитесь сразу же. 환란이 와도 상관이 없다고 해야 돼요. Вы должны говорить, что вам нет разницы, чтобы не было. 어쩌면 그것이 나에게 더 큰 축복의 문이 여는 시간이라고 봐야 돼요. В какой-то степени это может для меня важным временем, чтобы получить ответы. 복음 안에 있는 하나님의 자녀는 절대 망하지 않습니다. И Божье чадо, которое находится внутри Евангелия, он никогда не потерпит крах. 이 믿음이 없으면요, 세상을 살 수가 없습니다. Если не будет такой веры, то невозможно прожить эту жизнь. 언제나 사람이 문제지요. И всегда человек становится проблемой. 그렇죠, 사람 때문에 겪는 문제가 가장 크지 않습니까? И очень много проблем, которые мы из-за людей. 그러나 언제나 축복은 사람을 통해 또 오기도 해요. Но благословение также приходит от человека. 근데 그것이 반드시 좋은 사람을 통해서 온다고 볼 수는 없습니다. Но мы не можем рассмотреть, что только от хороших людей мы получаем благословение. 여러분, 바울에게는 많은 핍박이 왔어요. У Павла было много гонений. 그러나 그 많은 핍박이 바울을 가장 최고의 전도자와 세계 복음화하는 지름길을 여는 문이 됐습니다. Но все это стало для Павла той дверью, что он стал наилучшим благовестником. 바울이 로마 복음화 어떻게 가능했겠습니까? И как Павел мог совершить евангелизацию Рима? 어쩌면요, 그의 핍박이 로마 복음화를 하게끔 한 도구가 되기도 했어요. Другими словами, именно эти гонения стали каким-то инструментом. 이게 가능한 이유는 딱 하나입니다. Есть одна только причина, почему это стало возможным. 복음을 가졌기 때문입니다. Потому что он имел Евангелие. 복음은 절대로 무너지지 않는 비밀이기 때문에 그래요. Потому что Евангелие, оно есть тайна, которая никогда не разрушится. 복음은 절대로 망하지 않습니다. Евангелие никогда не разрушится. 복음은 절대로 소멸되지 않아요. И Евангелие никогда не утеряется. 그래서 그 복음 안에 있는 사람도 반드시 승리하게 되어 있는 겁니다. И именно человек, который находится в Евангелии, он одержит победу. 마태복음 28장 18절로 20절에서 예수님께서 이런 말씀을 해요. От Матфея 28:18-20 Иисус сказал так. 그의 제자들에게 주시는 말씀이죠. И это именно слово, которое он дал своим ученикам. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 있는 내가 너와 영원히 함께하리라. Господь сказал, что дана мне всякая власть на небе и на земле, и я пребуду вместе с вами навеки. 아무리 내가 자녀를 사랑해도요, 내가 너와 영원히 함께한다 이 말 못합니다. И даже родитель не может сказать своему ребенку такие слова. 어떻게 영원히 함께합니까? Как родитель может вечно пребывать вместе? 내가 내 인생 어떻게 될지도 모르는데요. Потому что я сам не знаю, как я буду жить. 근데 하나님은 달라요. Но Бог он другой. 우리와 영원히 함께한다는. Господь сказал, что пребудет вместе с нами навеки. 이게 복음의 비밀입니다. И это есть тайна Евангелия. 주님이 함께하면 되죠. можно чтобы Господь был с нами. 그래서 주님이 함께한다는 이 복음이라고 하는 것은 엄밀하게 말하면 하나님이 나와 함께입니다. Евангелие другими словами то, что Бог вместе со мной. 이때부터 우리가 반드시 누릴 게 몇 가지가 있어요. И есть несколько вещей, о которых мы должны наслаждаться. Первое. 믿음을 통한 하나님의 능력을 체험해야 됩니다. Нам необходимо испытать Божью силу через веру нашу. 여러분, 우리에게 요구되는 건 딱 하나의 믿음이에요. Бог от нас просит только одно, это вера. 데살로니가전서 1장 3절에 이런 말씀입니다. 1 Фессалоникийцам 1:3 говорится так. 믿음의 역사 이렇게 말. Что действие веры. 모세는 홍해 앞에 있을 때
하나님의 능력을 믿는 믿음으로 하나님의 놀라운 능력을 체험하게 됩니다. 이 모세는 именно перед Красным морем смог испытать через свою веру Божью силу. 모든 사람은 불가능하다고 할 때 모세는 거기서 가능을 봤어요. Все люди смотрели и говорили, что это невозможно, но для Моисея это было возможным. 그 힘은 한 가지입니다. Есть только одна сила. 전능하신 하나님에 대한 믿음이에요. Это вера величайшему Богу. 어떤 위기 속에서도 하나님의 능력을 믿는 믿음을 가지면 정확하게 역사 일어날 줄 믿습니다. Если верить именно в Божью силу в любой ситуации, то я верю, что произойдут наилучшие действия. 하나님 우리에게 이렇게 약속하고 있어요. Господь обещал нам так. 이사야 62장 6절에서요. От Исаии 62 глава в 6 стихе. 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하기까지 그로 쉬지 못하게 하라 이렇게. И в 6 стихе сказал: На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. 왜 하나님이 쉬지 않는다고 합니까? Почему же Господь сказал, что не будут умолкать? 그는 그의 백성을 24시 돕기 때문에 그렇습니다. Потому что Бог в течение 24 часов пребывает с народом. Кому он помогает? 믿음의 사람들을 돕는 거예요. Он помогает тем людям, которые имеют веру. 여러분이 하나님이 나와 함께한다는 이 믿음. 하나님의 능력을 믿는 믿음 흔들리지 않길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не колебались в своей вере. 빌립보서 4장 10절에서 13절에 사도 바울은 이렇게 고백해요. От Филиппийцам 4 глава 10 по 13 стих апостол Павел исповедовался так. 나는 가난해도 상관없고 나는 부유해도 상관없고 나는 어려워도 상관없고 기쁜 일이 생겨도 난 상관이 없다. Он сказал: мне не важно, если я буду беден, если я буду жить не в изобилии, мне всё равно. 어떤 것도 나는 괜찮다 이렇게 얘기합니다. И он хотел сказать им, что ему всё нормально. 왜 괜찮습니까? Почему? 어떻게 가난이 괜찮고 어려움이 괜찮습니까? Почему же для человека бедность и трудности могут быть нормальными? 그 다음에 이렇게 얘기해요. После этого он сказал так. 왜냐하면 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있기 때문이다. Почему? Потому что он сказал: все могу в укрепляющем меня в Иисусе Христе. 고린도후서 12장 10절에서도 이런 말씀을 하거든요. И второе Коринфянам 12:10 также. 내가 그리스도를 위하여 약한 것과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이니라. Говорится, что когда я немощен, тогда силён. 자기를 의지하면은요. 우리는 아무것도 할 수 없어요. Если взирать на себя, то мы ничего не сможем сделать. 그래, 하나님의 능력을 의지하면 모든 것이 가능합니다. Но если будем надеяться на Божью силу, то всё станет возможным. 그래서 사도 바울은 뭐냐면 나의 약함이 문제가 안 된다 이런 거예요. И поэтому апостол Павел сказал так, что моя слабость это ничего. 나의 능력과 궁핍함과 박해와 곤고가 문제가 안 된다. И ничто не станет проблемой. 왜냐하면 전능하신 하나님이 함께하기 때문에. Почему? Потому что величайший Господь пребывает вместе со мной. 히브리서 11장 1절에도 이런 말씀이 있어요. И даже евреям 11:1 говорится так. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니라. 이 евреям 11:1. 어떤 믿음입니까? Какая вера? 전능하신 하나님을 믿는 그 믿음은 모든 것들을 가능케 하는 실상이라는 거예요. Говорится, что внутри веры есть всё, всё возможно. 오늘 이 믿음이 여러분에게 회복되어지고 깨달아지고 누려지는 날이 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы это для вас стало днём, когда вы восстановите свою веру. 두 번째는요. 문제와 갈등을 통해서 하나님의 능력이 나타난다는 겁니다. Говорится, что во-вторых, через проблемы и через колебания проявляется Божья сила. 자, 오늘 본문을 한번 볼까요? Давайте рассмотрим сегодняшнее местописание. 자, 로마서 우리 보면은 이런 말씀이 있습니다. В Римлянам говорится так. 14절을 한번 읽어보겠습니다. 14절. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 이렇게 나와요. Говорится, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. 여러분, 박해하는 자를 축복하고 저주하지 않는 것, 이게 어려울까요, 쉬울까요? Разве легко нам не проклинять наших гонителей? 박해하는 자를 저주하는 건 아주 쉬워요. Нам очень легко проклинать тех, которые нас гонят. 근데 축복하는 것은 참 어렵죠. Но очень тяжело благословлять их. 이거는 인격으로는 불가능한 얘기입니다. И невозможно это нашими силами. 그럼 이 메시지는 우리의 인격을 놓고 한 얘기일까요? И смотря на что сказал нам так. 아닙니다. Да не так. 우리의 인격을 가지고 이렇게 하라는 말이 아니에요. Не наш, смотря не наш образ он так сказал. 우리의 수준대로라면요. 우리는 복수하는 게 쉬워요. Если по нашим критериям нам легче просто отомстить человеку. 근데 그것은
사단의 함정과 올무에 빠지는 길이라는 겁니다. Но это именно путь, когда человек попадает в сеть сатаны. 요셉이 만약에 형들을 원망하고 그리고 다윗이 사울 왕을 원망했다면 결과는 어떻게 됐을까요? А какое было бы заключение, если бы Иосиф и Давид в конце концов роптали на своего брата или на царя? 원망하는 건 쉽습니다. Нам очень легко проклинать. 저주하고 증오하는 건 쉬워요. И очень легко роптать. 근데 결과는 어떻게 됐을까? Но заключение каково будет? 결과를 생각해 보면요, 그 저주와 증오가 결국은 자신에게 돌아왔겠구나라고 느껴지지 않겠습니까? И вы же сами почувствуете, что все это вернется когда-то к вам. 결과를 잘 봐야 돼요. Нужно хорошо видеть конец. 핍박자를 저주하고 증오하는 건 쉬우나 그 결과가 나에게도 온다는 거예요. Говорится, что нам очень легко проклинать кого-то, но все это вернется ко мне. 그러나 반대로 축복하면 어떻게 될까요? А что будет, если мы будем наоборот благословлять? 이게 중요합니다. 축복하면 그 축복이 나에게 돌아온다는 거예요. Говорится, если мы будем благословлять, то это благословение вернется ко мне. 마태복음 10장 12절로 13절에 이런 말씀이 있습니다. От Матфея 10 глава 12 по 13. 그 집에 들어가서 평안을 빌라. Что за иди в этот дом и проси покоя. 그 집이 합당하면 너희의 빈 평안이 거기에 임할 것이고 만일 합당하지 아니하면 그 평안은 너희에게 돌아올 것이다. Говорится, входя в дом, приветствуйте его, говоря мир дому всему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. 여러분, 핍박자를 축복했는데 그 축복이 응답이 나타나서 핍박자가 나의 협력자가 되고 나의 동역자가 된다면 그것도 큰 응답이죠. Это тоже большой ответ, если вашего гонителя вы благословляете. 근데 설사 내가 축복했는데 이 축복이 그 사람이 거절해. 이게 받아들일 사람이 아니야. 그러면 그 축복은 나의 축복이 된다는 거예요. А что если этот человек не примет мое благословение, то все равно это станет моим благословением. 여러분, 원수가 이뻐서 한다 이거보다는요, 어쩌면 굉장히 수준 높은 차원의 결과를 보는 거예요. И нам необходимо смотреть именно на заключение. 주님은 우리가 잘못되기를 원치 않습니다. Господь не желает, чтобы у нас не все было хорошо. 가뜩이나 핍박 당했는데 핍박에다가 더 큰 문제까지 무너지기를 원치 않는 거거든요. И Господь не желает, чтобы эти проблемы мы разрушились. 하나님의 관심은 요셉이 형들을 계속 증오하다가 무너지는 데 목적 있지 않습니다. И у Бога не была такая цель, чтобы Иосиф до конца своей жизни роптал на своих. 하나님의 목적은 요셉이 형들을 축복함으로 자신이 살고 세계를 살리는 전도자로 나아가기를 원하는 거예요. Господь желал, чтобы Иосиф как благовестник, который не будет роптать на своих братьев, а будет их благословлять. 여러분, 결과를 봐야 돼요. И нужно видеть заключение. 당장 내 원수가 무너지는 게 기쁜 게 아니고 미래에 내가 어떤 축복 속에 들어갈 건가를 봐야 돼요. Мы не должны радоваться, что сейчас наш враг потерпел крах. Мы должны войти в благословение будущего. 원수를 복수해 가지고 그 복수를 한들 마음이 편하겠습니까? Даже если вы отомстите своему врагу, вам спокойнее станет. 주님은 우리에게 그래서 축복자가 되라는 거예요. И поэтому Господь говорит, благословляйте других людей. 주님의 관심은 원수에게 있지 않습니다. Интерес Господа не находится в наших врагах. 주님의 관심은 사실 핍박자 있지 않아요. И по правде интерес Бога не находится в гонителях. 누구에게 있죠? Кому же он? 핍박당하고 있는 하나님의 자녀에게 있습니다. Бог интересуется Божьим чадом, который проходит через эти гонения. 주님은 내가 축복자가 되기를 원하는 줄로 믿습니다. Я верю то, что Бог желает, чтобы мы стали теми, которые будут благословлять. 17절은 뭐라고 얘기해죠? 17 стихе что говорится? 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 선을 행하라 이렇게 나옵니다. Говорится, никому не воздавайте злом за зло. 악이 강하게 활동할 그때가요. 하나님의 능력이 강하게 나타나는 시간표입니다. Именно когда зло становится сильнее, также и Божья сила становится сильнее. 잘 보셔야 돼요. Посмотрите хорошо. 악이 강하게 활동할 때가 악이 승리하는 게 아니라니까요. И когда зло, она сейчас впереди, это не значит, что она держит победу. 그때가 하나님의 역사가 강하게 나타난 시간표입니다. Именно то время, когда Божья сила нужна, чтобы проявилась. 바로 왕이 모세를 죽이려고 하는 그때가 모세에게 재앙이 아니었어요. И когда фараон хотел убить Моисея, для него это не было бедствием. 모세를 죽이려는 그때는 모세가요. 세계복음화의 언약을 이루는 시간표가 온 거예요. Именно в это время для Моисея было временем, чтобы совершить евангелизацию всего мира. 사울 왕이 다윗을 죽이려고 하는 그때
그때가 재앙이 아닙니다. 이 когда царь Саул хотел убить Давида, для него это не было бедствием. 아방이 선지자들을 죽이고 엘리야를 죽이려고 한 그때가 엘리야의 재앙이 아니라니까요. 엘리야가 착각을 잠깐 했었을 뿐이죠. 그렇지 않습니다. 이 когда даже царь Ахав хотел убить Илию, это тоже для него не было бедствием. 하만이 모르드개를 죽이고 이스라엘 백성을 다 멸절시키려는 그때 그게 재앙이 아니라니까요. 이 когда Аман хотел убить Мардогея, это не так. 하나님의 능력이 나타나는 절호의 찬스가 그때인 겁니다. Именно в это время было шансом, чтобы Божья сила проявилась. 그때 믿음을 선택하고 하나님의 능력을 선택하면 모든 재앙이 축복으로 바뀌는 시간인 줄로 믿습니다. Я верю, что если в это время именно выбрать веру, я верю, что все поменяется. 그래서 속지 않으셔야 돼요. И вы не должны обманываться. 문제를 보고 속으면 안 됩니다. И нельзя смотря на эту проблему обманываться. 문제 속에는 하나님의 숨겨진 축복이 있음을 보셔야 돼요. Вы должны увидеть то, что внутри проблем есть Божий скрытый ответ. 이때 모두를 살리는 언약을 붙잡는 시간인 줄로 믿습니다. И я верю то, что именно в это время ухватитесь за то, чтобы оживотворять всех. 그래서 성경의 인물들을 보면요, 핍박의 때 핍박자를 저주하지 않고 어떻게 하면 그를 살릴까를 생각했어요. Именно люди в Библии, которые проходили через гонения, они не думали о том, как отомстить, они думали о том, как благословить. 그럼 핍박자가 축복을 받았고 나중에 막 위대한 인물이 되냐? 그런 경우는 거의 없어요. Но нет такого, чтобы этот гонитель через какое-то время стал хорошим человеком. Это не. 그러나 그 핍박자를 놓고 기도했던 그 사람이 시대 바꾸는 축복자로 된 겁니다. Но именно благословение получил тот человек, который молился за них. 오늘 이 비밀이 여러분의 언약으로 잡아지길 주여 축원합니다. 오늘 18절로 21절 한번 볼까요? 이것이 복음 가진 자의 능력입니다. 오늘 18절에 볼게요. 할 수 있거든 너희는 모든 사람과 더불어 화목하라 이렇게 나와요. Говорится, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 19절에는요. 원수 갚는 것을 하나님께 맡기라 이렇게 나와요. 이 19 стихе говорится: "Отдайте всё Богу". 여러분, 원수를 우리 보고 갚으라 하지 않고 하나님이 알아서 할 테니 하나님께 맡기라는 거예요. Говорится: "Не мстите за себя, а дайте место гневу Божьему". 그러면서 20절에 이런 말씀을 합니다. 이 20 стихе говорится так: "원수가 도움을 요청하거든 들어주라". 그래서 이따가 если враг твой голоден, накорми его. 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라는 거예요. Говорится, если жаждет, напой его. 그 다음이 재밌어요. Интереснее после. 그리함으로 네가 숯불을 그의 머리에 쌓아 놓느니라. Говорится, ты соберёшь ему на голову горящие уголья. 잘 꺼지지도 않는 그 숯불을 갖다가 원수 머리에다 올려 놓는 거래요. Это говорится, что горящий уголь. 무슨 얘기입니까? О чём это говорится? 여러분 저는 진정한 복수는 원수가 망하는 게 아니고요. 그가 축복받기를 원하는 기도하는 겁니다. Для меня, чтобы враг не потерпел крах, а чтобы он получил благословение. 21절에 말씀이세요. 21 стих. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. Говорится, не будь побеждён злом, но побеждай зло добром. 복음 가진 자만 할 수 있는 능력이 이 안에 있는 줄로 믿습니다. Я верю то, что внутри этого есть только сила того, который имеет Евангелие. 이때 흑암이 무너지는 거예요. Именно в это время силы тьмы сокрушаются. 흑암은 어떻게 하길 원할까요, 우리가? Что, как же тьма действует? 흑암은 우리가 모든 사람과 갈등하고요. Именно тьма делает так, чтобы мы колебались. 내가 원수를 갚기를 원하고요. Желаю, чтобы мы мстили своему врагу. 원수를 저주하기를 원하겠죠. И, наверное, желаю, чтобы мы проклинали врага. 어떻게든지 악으로 악을 이기든 뭐든 수단 방법 안 가리고 뭔가 성공하기를 원하겠죠. И, наверное, хочет, чтобы мы зло победили также злом. 그게 큰일 나는 겁니다. Но это очень опасно. 진짜 복음 가진 자의 진정한 능력 하나님이 완벽한 답을 우리에게 주신 줄 믿습니다. Я верю то, что Бог дал нам наилучший ответ, это именно его сила. 이런 사람이 세상 살리는 진정한 영적 플랫폼이 되는 거예요. И такой человек становится духовной платформой, которая оживотворит этот мир. 저는 여러분이 미래를 보고 결론을 안다면 가능할 거라고 봅니다. Я думаю то, что если вы увидите будущее, то это возможно. 자꾸 눈앞에 있는 사실만 보고 속지 않기를 바래요. Я желаю, чтобы вы не обманывались теми, то что сейчас видно вам. 진짜 중요한 축복은 아직 안 왔어요. Настоящее благословение еще не пришло. 여러분, 요셉이 고난 당할 때 그게 인생 전부가 있습니까? Когда Иосиф проходил через трудности, это было для него разве все?
다윗이 사울한테 쫓길 때 그게 인생 전부겠습니까? 엘리야가 아방한테 쫓길 때 그게 인생 전부겠습니까? 다니엘이 사자굴에 들어갈 때 이게 인생 전부겠습니까? 진짜 축복은 시작도 안 했어요. 아직 시작도 안 했는데 이 소론에서 우리가 속아서 무너지면 안 되는 거예요. 거의 성도님들이 이 부분에서 자꾸 착각하는 거예요. 진짜 축복은 아직 오지 않았다. 멀리 보시기 바랍니다. 여름을 통해 하나님이 어떤 일을 하실지 기대하시기 바랍니다. 문제는요, 흑암이 결박되면 되는 거예요. Проблема в том, что мы можем просто сокрушать силы тьмы. 여러분, 에베소서 6장이 그러잖아요. 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라고요. И от Ефесянам 6 главе говорится, что наша борьба не плотью. 여러분, 우리가 싸우는 그 핍박자, 그 대상자가 아니라니까요. Говорится, что мы не должны именно бороться с кем-то. 다윗이 사울왕에게 무엇을 본 줄 아십니까? Знаете ли вы, что Давид увидел в Сауле? 사울왕이 광기에 걸려서 난리칠 때 다윗이 본 게 있어요. Когда он заболел, есть то, что Давид увидел. 아, 악신에 걸렸구나. То, что в него вселились бесы. 이걸 본 겁니다. Он увидел это. 여러분, 사람이 그렇게 흉악한 짓을 하는 게요, 악신에 걸리지 않고는 안 되는 거거든요. И когда человек делает такие поступки, никакими способами не он не сделает, если в него только не вселятся бесы. 그러니까 다윗은 사울왕이 불쌍한 거예요. И для Давида он просто царь Саул был жалок. 세상에 사람이 살다가 갈 때 하나님께 쓰임 받는 사람 있는데 악령에 쓰임 받는다. 이게 얼마나 불쌍한 일입니까? Насколько жалкое существо человек, когда он в конце концов захвачен бесами. 그러니까 요셉도 형들을 볼 때 형들이 불쌍한 거예요. И поэтому, когда Иосиф смотрел на своих братьев, он просто жалился над ними. 그래서 우리의 싸움은 누구와 싸우는 거죠? И поэтому, с кем мы должны бороться? 흑암 세력과의 싸우는 겁니다. Мы должны бороться именно с силами тьмы. 싸움의 대상을 정확히 보셔야 돼요. И нам необходимо увидеть, с кем мы должны бороться, увидеть. 우리는 육신을 가지고 있지만 우리는 영적인 사람들이에요. Мы имеем плоть, но также мы духовные люди. 그래서 우리를 성도라고 하는 겁니다. Поэтому смотрят на нас, говорят, что верующий. 거룩한 사람이란 얘기예요. Говорится, что святой человек. 이 거룩은 하나님과 함께하기 때문에 나타나는 결과예요. И святой человек только когда человек вместе с Богом. 그래서 우리의 싸움은 거룩한 싸움인 거예요. И поэтому наша борьба тоже святая. 영적인 싸움인 겁니다. Это духовная борьба. 육신적으로 싸우려고 하면 그 싸움 자체부터 실패한 거예요. А борьба плотская с самого начала вы проиграете. 그래서 믿음의 사람들은 кыл 잘 본 거예요. И люди веры они видели хорошо. 그래서 가장 먼저 확인할 게 있어요. Есть то, что вы должны проверить. 우리가 사단과 싸울 때 가장 먼저 점검할 게 뭐냐면 나라는 사람이 누군가인 거예요. Когда мы боремся с сатаной, нужно проверить то, что кто я такой. 우리의 신분과 권세를 잘 아셔야 됩니다. И вы сами должны знать свое положение и власть. 나는 구원받은 하나님의 자녀입니다. Я Божье чадо, которое получило спасение. 어떤 흑암 세력도 무너뜨릴 수 없는 하나님의 자녀예요. Божье чадо, которое никакие врата ада не одолеют меня. 그래서 예수 그리스도와 함께하는 자는 세상을 이길 완벽한 능력을 주신 줄로 믿습니다. Я верю, что человек, который верит и имеет Иисуса Христа, он одержит победу над этим миром. 두 번째는요, 성령이 함께하는 사람입니다. И во-вторых, человек, который Дух Святой пребывает вместе с ним. 성령 충만 받으면 흑암이 떠나가게 돼 있어요. А если преисполнится Святым Духом, то силы тьмы они отойдут. 성령 충만이 뭐죠? А что такое 하나님 충만, 그리스도 충만, 말씀 충만입니다. Это исполнение Божьим словом, исполнение Христом. 여러분이 말씀 충만하면 이미 성령 충만한 거예요. Если вы исполняетесь Божьим словом, то уже вы наполнены Святым Духом. 세상을 뭐로 봐야 되죠? И как нужно видеть этот мир? 세상이 만든 지식, 세상이 만든 사상, 세상이 만든 세계관을 가지고 세상을 보면 져요. И вы проиграете, если вы будете смотреть на все знания, которые в этом миру. 말씀을 가지고 세상을 봐야 돼요. Вы должны иметь Божье слово смотреть на этот мир. 우리에게는요, 세상을 보는 눈을 바꾸라고 하는 거예요. И Господь говорит, поменяйте свои глаза. 예수님이 제자들에게도요, 세상을 복의 개념 잘 봐야 된다. 그게 복이 진짜 복이 아니야. 영적인 눈으로 봐야 진짜 복이 보여라고 말씀해 주셨어요. Иисус даже своим ученикам сказал, что они должны правильно видеть этот мир духовными глазами. 여러분이 어떤 사람인지를 영적인 눈을 가지고 보셔야 돼요. И именно духовными глазами вы должны смотреть на себя. 그리고 세상을 볼 때 여러분이 가지고 있는 일반적인 지식과 상식을 가지고 보면 실패합니다. А если вы будете смотреть и сравнивать себя с этим миром, то вы проиграете. 일단 핍박자를 보는 거 하나도
잘 봐야 돼요. И вы должны хорошо уметь видеть своего гонителя. 드러난 건 육신적인 거지만 그 내면에는 영적인 세계입니다. Все, что проявляется хорошо на плотское, но если внутри посмотреть, 영적 세계가 무너지면 그 사람이 달라져요. Если духовный мир разрушится, то этот человек тоже поменяется. 사도 바울을 보세요. Посмотрите на апостола Павла. 그게 완전히 악령에 사로잡혔대요. 사도 바울은 완전히 그냥 살인자였어요. Апостол Павел вначале он был убийцей. 그가 얼마나 많은 사람들에게 핍박을 갖다 줬습니까? И насколько же он многих людей гонял? 스데반의 죽음에도 직접 관여했던 사람이고. И он даже смотрел смерть Стефана. 수많은 기독교인들을 잡는데 앞장선 사람이 이 사도 바울이 옛날 모습 아닙니까? И ранее положение апостола Павла, когда он всех христиан он гонял. 그래서 그는 자기 잘 아는 거예요. 그거는 나의 또 다른 나였다. И он знал это хорошо. Он сказал, что это был другой я. 내 속에 다른 내가 있었다. Внутри меня был какой-то другой. 어떤 человек. 납니까? Какой я? 악령이 잡히는 나예요. Человек, я, который захвачен злом. 우리가 그걸 봐야 돼요. Мы должны увидеть это. 그게 꺾이는 날 어떻게 됐습니까? А что стало в день, когда все это сошлось? 모든 성도들을 살리는 사람이 됐어요. Он стал человеком, который спасал всех верующих. 모든 교회를 살리는 사람이 됐어요. Он стал человеком, который оживотворял все церкви. 세계를 살리는 전도자의 길을 걸어가게 됐어요. И он шел по пути. благовестника. 그래서 여러분 자신이 어떤 존재인지 이것부터 정확히 봐야 돼요. И вы должны хорошо увидеть, кто вы такой, свое положение знать. 그래서 사단을 가장 빠르게 결박하는 원리를 먼저 아시기 바랍니다. И вы должны знать основной принцип, который сокрушит сатану. 로마서 16장 19절로 20절 이런 말씀이 있어요. Римлянам 16:19-20. 선한데 지혜롭고 악한데 미련하라. 그러면 사단이 속히 너희 발 아래 무릎을 꿇게 될 것이다. 여러분, 선한데 지혜롭고 악한데 미련한다는 말이 무슨 말입니까? А что такое быть дальше? Говорится, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. 여러분, 복음적인데 지혜로워야 된다는 거예요. Именно в стороне Евангелия. 세상적인 것, 하나님과 관계 없는 것에 대해서는 대충 하면 돼요. 아, именно веру вы можете просто так делать. 영적인 거는 아주 무능하고 육신적인 건 굉장히 예민한 사람이 있거든요. Есть такой человек, который духовно слаб и по-мирскому. 사단의 놀이터가 됩니다. Он просто станет игрушкой для сатаны. 영적인 건 예민하고 육신적인 거는 좀 무디해야 돼요. Нужно, чтобы духовное наоборот стало было сильнее, чем мирское. 선과 악의 개념은요. 선은 뭡니까? 하나님과 함께하는 거예요. Добро и зло, говорится, добро это когда человек вместе с Богом. 우리가 영적인 일, 영적인 그 환경에는 여러분이 정말 예민하게 응답받기를 바랍니다. Я желаю, чтобы в духовном плане вы получали ответы. 예배를 성공해 보세요. Попробуйте преуспевать в богослужении. 기도 속에 들어가 보세요. И войдите в молитву. 그리고 세상 사람이 말하는 일 대충 그냥 참고만 하세요. А мирские люди, что они говорят, просто слушайте, берите на заметку. 그래야만이 사단이 우리 발 아래 굴복하는 겁니다. И только так сатана будет перед нашими ногами. 근데 이 반대가 되는 경우 많아요. Бывает, что наоборот. 영적인 거는 대충 하고. Человек, который слаб по духовному. 육신적인 건 엄청 예민하고 아주 섬세하고 이런 사람이 있거든요. 아, человек, который по плоскому все старается делать очень усердно. 누가 무슨 말 한마디 하면 그 귀담아 두고 상처받고 이런 사람이 있거든요. Есть, который получает раны, очень хорошо слушает слова человека. 사단의 놀이터가 돼요, 인생이. Просто человек становится игрушкой для сатаны. 계속 갈등하고 기복이 있고 맨날 인생이 왔다 갔다 하는 겁니다. И каждый раз он будет колебаться, и так его жизнь проходит. 빨리 우리가 이거 정신 차려야 돼요. И нам необходимо стать на ноги. 그래서 악을 이기는 최고의 방법이 뭐냐? И наилучший способ победить зло это что? 말씀 운동하는 겁니다. Это движение благовестия. 여러분 현장에 하나님의 말씀이 증거되면 흑암은 바로 결박되는 줄 믿습니다. Я верю, то, что если на местах действий будет провозглашено Божье слово, то силы тьмы сокрушатся в тот момент. 사단이 가장 두려운 것은 하나님의 말씀이 현장에 성취되는 거예요. Что сатана больше всего не хочет, чтобы Божье слово было на местах действия? 왜냐하면 말씀이 곧 하나님이시기 때문에. Почему? Потому что слово есть Бог. 왜냐하면 말씀이 곧 육신으로 우리에게 왔기 때문에. Почему? Потому что слово пришло к нам по плоти. 그래서 성부, 성자, 성령을 완전히 관통하고 있는 하나의 단어는 뭐냐? 하나님의 말씀입니다. И то, что мы говорим о Триединном Боге, все, что их объединяет, это Божье слово. 그래서 말씀으로 악을 이겨라. И поэтому именно словом нужно побеждать зло. 그래서 성도님들은요, 항상 어떤 상황에도 하나님의 말씀이 떠올라야 돼요. Именно наши верующие, когда каждый раз вы должны вспоминать о Божьем слове. 어떤 상황이 딱 되면 뭐가 떠올라야냐면 누가 한 말이 떠오르는 게 아니라 하나님 말씀이 딱 떠올라야 돼요. Когда приходит какая-то ситуация, не вспоминать слова человека, а вспоминать Божье слово.
그래서 말씀을 우리의 영혼 속에 각인시켜 버려야 돼요. И поэтому нужно, чтобы Божье слово было во мне. 근데 우리 성도님들이 말씀을 가까이 할 수 있는 기회가 의외로 많지 않을 수도 있습니다. Но у наших верующих может быть, что не будет времени. 일주일의 시간 중에요. 정말 주일 한 시간 딱 와서 말씀 듣는 분들도 많거든요. Есть человек, который просто в неделю один раз, один час слушает. 참 감사한 거는 이 뭐 바빠가지고 못 들을 수 있죠. 그러면 틈틈이 말씀을 집중해서 듣는 시간을 가지셔야 돼요. Я понимаю, что вы очень заняты, но я желаю, чтобы вы имели хотя бы короткое время слушать Божье слово. 감사하게도요. 유튜브에 계속 말씀을 올리거든요. 좀 보세요. Мы через YouTube всегда ставим на YouTube наше слово. Я желаю, чтобы вы слушали. 근데 의외로 잘 안 보게 될 겁니다. Но в каком-то степени вы, наверное, не смотрите. 유튜브 이렇게 딱 버튼 눌러 가지고 말씀 들어가는 그 몇 초가 안 돼요. Потому что эти несколько секунд, чтобы зайти в этот YouTube и поставить слово, это очень тяжело. 생각으로는 할 것 같지만 안 돼요. Вроде бы вы сможете, но не получается. 차라리 차를 타고 와서 예배 드리는 게 훨씬 나아요. Просто лучше всего это приехать на машине сюда именно. 그래서 오후 예배도 드리고 수요 예배도 드리고 금요일도 드리라는 거예요. Говорится, что приходите на все богослужения в неделю. 그게 시간이 아까운 게 아니고 그게요. 나를 악을 이기는 최고의 시스템입니다. Это наилучшая система, чтобы добро зло победить именно богослужением. 자, 말씀을 했습니다. Я дам заключение. 내 수준과 안 맞는 말씀을 붙잡고 결단하길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы хватились за Божье слово, которое не совпадает с моим критерием. 잘 얘기 들으세요. Попробуйте хорошо послушать. 내 수준과 맞는 말씀을 잡지 말고 내 수준과 안 맞는 말씀을 잡으세요. И не хватайтесь за то слово, которое совпадает с вами, а ухватитесь за то слово, которое не подходит к вашим критериям. 세상에는 그 영적인 말씀도 성경 안에는 영적인 말씀도 있지만 영적으로 굉장히 연약한 사람들에게 주는 말씀도 있거든요. 그러니까 불신자가 볼 때도 맞는 얘기가 있어요. И даже в Библии есть именно те слова, которые неверующим даются. 내가 말씀을 잡을 때 누구나가 이해되는 그런 말씀을 잡지 말고 나하고 안 맞는 이건 나하고는 안 맞는 말씀인데 그걸 잡으세요. Когда вы слушаете Божье слово и думаете, вот это слово как-то не подходит, вы должны ухватиться именно за это слово. 창세기 12장 1절로 3절에 보면 하나님이 아브라함에게 이렇게 얘기합니다. Бытие 12 глава, с 1 по 3 стих, Господь говорит Аврааму так. 고향을 떠날 때인데요. Когда он уходил из своего родного дома. 떠날 때. Когда он просто уходил. 그에게 이렇게 너는 복의 근원이라. 너로 인하여 모든 족속이 복을 받을 것이다. Господь сказал, что ты источник благословения и через тебя произведу народ. 아브라함의 형편하고는 안 맞는 말씀이에요. И это было слово, которое в тот момент не совпадало с Авраамом. 아브라함의 형편하고 맞는 말씀이 이럴 겁니다. 너 돈 많이 벌어야 돼. 어디 가서 생존해야 돼. 너 죽지 않아야 돼. 이런 말은 자기 수준에 맞는 말일 거예요. А что было бы Аврааму подходило то, что Господь говорил бы, ты должен много зарабатывать, ты должен остаться жив и жить хорошо. 그런 수준의 말씀을 잡지 말라는 거예요. Но говорится, не хватайтесь за это слово. 너는 복의 근원이라. Ты источник благословения. 너로 인하여 만민이 복을 받게 될 것이다. Через тебя многие получат спасение. 아브라함의 형편하고 안 맞는 말씀인데 이 말씀을 잡으셔야 돼요. И это вроде бы слово, которое не совпадает с Авраамом, вы должны хватиться за это слово. 출애굽기 25장에서 31장에 보면 애굽을 떠난 백성들에게 하나님이 이렇게 얘기합니다. Исход 25 глава 31 стихе говорится, именно Господь дал израильскому народу, когда они шли по пустыне. 이 광야에서 성막을 만들라는 거예요. Поставьте храм. 아무것도 없는데 성막을 만들라는 거예요. Говорится, что вроде бы ничего нету, но Господь говорит, поставьте скинию. 수준이 안 맞죠. И это для них не подходило. 그들은 말씀을 잡습니다. Но они хватили за это слово. 사사기업은 기도원에게 이렇게 얘기를 해요. И тогда еще говорили так. 2만 2천 명의 백성 군인들 다 보내라. Отправьте все войска. 마지막 300명을 가지고 내가 역사할 것이다. 아, именно оставшиеся 300 солдат я буду с ними действовать. 아니, 적군과 싸워야 되니 군사를 다 줄이라는 거예요. Говорится, убейте всех, получается солдат, но нужно же бороться с врагами. 기도원에게 볼 때는 300명은 우리 수준에 안 맞는 얘기예요. Но если так посмотреть, то 300 человек это очень малое количество. 그러나 그것을 잡으라는 거예요. Но Господь сказал хватиться за это. 작은 자가 강국을 이룰 것이다. Потому что от малого произойдет тысяча. 약한 자가 천을 이룰 것이다. И слабого произойдет сильный. 안 맞는 말씀 맞으면 그 말씀을 잡으라는 거예요. Говорится, что вроде бы не подходит, но нужно хватиться за это. 학계서 1장 1절로 10절에 보면 70년 동안 바벨론에 포로로 있다가
귀환한 사람들에게 이렇게 얘기합니다. И есть также люди, которые в течение 70 лет находились в плену. 지금 너희들 형편에 좀 먹고 사는 게 걱정이냐? 그거 신경 쓰지 말라는 거예요. И не переживайте именно сейчас, что есть. 너희는 먼저 성전을 건축하라는 거예요. И с самого начала вы сначала построите храм. 그게 지금 당장은 안 맞는 거죠. 미래를 보면 어마어마한 응답이 그 안에 있는 거예요. Вроде бы сейчас ничего, но если посмотреть на будущее, то это большой ответ. 이제 막 유대인들에게 핍박방해 가지고 막 숨어 지내기 바쁜 초대교회 성도들에게 주님이 이렇게 얘기합니다. А даже верующим ранее церкви Господь сказал так. 너희는 성령 충만 받고 예루살렘에서 땅 끝까지로 증인이 되라. Говорится, но вы примете силу Духа Святого и станете мне свидетелем до края земли. 초대교회 상황은 안 맞는 말씀이에요. Для них это было тогда не подходило. 땅 끝까지 증인 되란 말이. Господь говорит, станете свидетелем до края земли. 이거를 잡으셔야 돼요. И вы должны ухватиться за это. 나와 안 맞는 언약을 잡고 결단을 내리기를 주의 이름 축원합니다. Именем Господа желаю благословляю, чтобы вы хватились именно за это слово. 우리 개인은 어떤 결단을 해야 될까요? А мы лично по себе какое должны заключение сделать? 혹시 여러분 지금 어려움 속에 있습니까? Находитесь ли вы сейчас в трудностях? 그 어려움인데 이게 축복이구나. 이렇게 언약을 잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы хватились за это как за завет, что эти проблемы не проблема, а для меня благословение. 나하고 안 맞는 말씀이죠? Конечно, это вроде бы сейчас не подходит ко мне. 근데 그게 축복이에요. Но это есть благословение. 내 수준에 맞는 걸 잡지 말고 내 수준과 안 맞는 하나님 말씀을 잡기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы ухватывались не за то, что которое нравится вам слово, а за слово, которое вам не нравится. 지금 저는 먹고 살기도 바쁜데 거기에 언약 잡지 말고 먹고 사는데 의식주에 언약 잡아 그의 나라와 의를 구하는데 언약을 잡기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы именно прежде просили Божьего Царства, а прежде чем зарабатывать на себя. 여러분 형편이 어려운 거 하나님이 알고 계세요. Бог, он очень хорошо знает сейчас ваше положение. 먹고 살기 어렵다는 거 알고 계세요. Бог знает, что вам сейчас тяжело жить. 근데 거기에 언약 잡지 말라는 거예요. Но говорится, не ухватывайтесь за завет именно в этом. 그의 나라와 그 의를 잡으라는 거예요. Просите прежде Царство Божие. 여러분 세계 살릴 70인 제자의 언약을 여러분이 잡길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы хватили за ученика 70. 우리 교회는 어떤 언약을 잡아야 되겠어요? А наша церковь за какой завет должен держаться? 우리 교회 형편으로 뭐 2, 3, 7, 5천 정도 살린다 가당치 않을 수 있습니다. Смотря на нашу церковь, мы можем просто посмеяться, если мы будем говорить, что оживотворять будем 270 стран и 5000 миллионов. 우리 형편 보면 이거는 우리하고는 멀리 있는 것처럼 들려요. Может быть, так что нашими силами, нашим положением это может казаться для нас очень далеко. 아닙니다. 이것을 우리는 언약으로 잡아야 돼요. Но это не так. Мы должны хватиться за завет. 치유하는 사역을 우리가 언약으로 잡아야 돼요. Должны хватиться за служение исцеления. 서밋을 우리가 언약으로 잡아야 돼요. Нам необходимо хватиться за саммит. 그래서 다섯 뜰 있는 교회를 건축하는 것을 우리가 언약으로 잡아야 됩니다. Мы должны хватиться за тот завет, чтобы построить новый храм, который имеет 5 двора. 어느 날 하나님의 말씀이 내 수준과 맞는 날이 와요. Бывает один день, когда я и Божье слово совпадает. 야, 이것이 어떻게 나에게 이루어졌지? 이런 날이 온다니까요. И придёт такой день, когда вы сами не поверите. 내 수준과 딱 맞는 그 날이 어떠냐? 성령 충만한 날이에요. Какой день, в день, когда вы преисполнены Святым Духом? 그 날이 기적 일어나는 날이에요. Именно в этот день происходят чудеса. 그 날이 하나님의 역사가 일어나는 날이에요. Именно в этот день происходит Божье действие. 그래서 지금은 내 수준과 안 맞는 말씀을 잡길 바랍니다. И именно сейчас я желаю, чтобы вы хватили за слово, которое сейчас вам не нравится. 이사야 55장 8절로 9절의 말씀을 읽어드리고 오늘 말씀을 맺겠습니다. Я прочитаю от Исаия 55 глава с 8 по 9 стих и завершу слово. 이는 내 생각이 너의 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높은 것 같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높음이니라. Говорится, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Аминь. 주님의 생각과 우리 생각이 다르다는 겁니다. Говорится, что мои мысли и Божьи мысли они другие. 어떻게 다르냐? 우리는 너무 낮고 주님은 너무 높아요. Говорится, мы очень низко находимся, Господь очень высоко. 그래서 주님은 낮은 곳에 나를 맞추려고 하지 않고 주님의 높은 곳에 우리를 맞추려고 하는 겁니다. И Господь хочет, чтобы мы также были с ним на высоте. 우리가 가는 길은 너무 낮아요. По пути, куда мы идём, она очень низкая. 우리의 길은 너무 유치해요. И она не очень нехорошая. 그러나 주님의 길은 아주 수준 높은 길입니다. Но Божий путь он очень высокий. 그 길로 우리가 가기를 원하는 거예요. И Бог желает, чтобы мы шли по пути вместе с ним. 저는 우리 예수 안께 모든 성도님들이 이 길로 가기를
주의 이름으로 축원합니다. 이미냐 Господа желаю, чтобы наши верующие церкви Иесуан шли именно по пути Господа. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим тебя. 오늘 복음 가진 자의 능력을 다시 한번 언약으로 확인하고 붙잡고 도전하며 응답받게 하옵소서. 이다에 сегодня именно в этот день хватиться за слово, за то Евангелие, которое ты дал. 내 수준과 안 맞는 하나님의 말씀을 붙잡고 결단하는 누리 응답을 갖게 하옵소서. 다 이미 там наш ответ, чтобы хватиться за Божье слово. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.